Кому из москвичей не знакомо это место в самом центре города – Кропоткинская площадь? Именно отсюда берут свое начало две из самых старых улиц Москвы – Пречистенка и Остоженка. По бывшей Пречистенке, ныне Кропоткинской улице, мы и предлагаем вам совершить небольшое путешествие. Возникшая в XVI веке по дороге к Новодевичьему монастырю, имя свое она получила по хранящейся там иконе Смоленской – Пречистой Богоматери. К западу от Чертольских, позднее Пречистенских ворот, в XVII веке началось строительство каменных палат. До нашего времени сохранились палаты бояр Голицыных, Римских-Корсаковых, палаты Салтыкова. Дальше улица шла через Большую конюшенную слободу и Стрелецкую слободу полка Зубова. Сейчас на Кропоткинской улице можно увидеть дома и городские усадьбы конца XVIII – начала XIX века. В 1814 году на фундаменте сгоревшего дома архитектор Афанасий Григорьев строит усадьбу Хрущевых-Селезневых. Этот дом хорошо знаком многим. Здесь сейчас расположен музей Александра Сергеевича Пушкина. В конце XVIII – начале XIX века на четной стороне улицы был построен дом Всеволожских. В октябре 1917 года революционные солдаты и красногвардейцы вели здесь бой за захват белогвардейского штаба Московского военного округа. Этот одноэтажный ампирный особняк, известный как дом Лопухиной, тоже построен по проекту архитектора Григорьева. Сейчас здесь расположен Государственный музей Льва Толстого. Два льва охраняют ворота в старинный особняк. Он был построен в конце XVIII века. Заново возведен после пожара 1812 года и окончательно реконструирован уже в начале нашего века архитектором Гунстом. В разное время им владели разные хозяева. Теперь же здесь находится Московский дом ученых. Особняк Мендовского выходит сразу на три переулка, и хотя не расположен непосредственно на Кропоткинской, но проходя по ней, вы наверняка обратите внимание на это красивое белоснежное здание. Не останется незамеченным и этот богато украшенный лепниной дом. В 1921 году здесь помещалась студия известной балерины Айседоры Дункан. Соседний с ним дом номер 22, бывшая Пречистенская полицейская часть, в которой в 1834 году находился под арестом Александр Иванович Герцен. В начале 20 века здесь открылись бесплатные курсы для рабочих, так называемые Пречистенские, среди преподавателей которых были Вахтангов, Сеченов, скульптор Голубкина, актер Сумбатов Южин. А напротив другое здание конца XVIII века, дом декабриста Бибикова. Со второй половины 1830-х годов в нем жил Денис Васильевич Давыдов. Дом номер 19, одно из творений Михаила Казакова, восстановленный после пожара в 1837 году. Принадлежащим князьям Долгоруким особняке был открыт Александр Мариинский институт, один из институтов благородных девиц. Рядом здание Академии художеств СССР. Здесь, в доме Морозова, находился музей нового западноевропейского искусства, в котором были собраны картины Пикассо, Мане, других художников. Затем они перешли в коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея. В небольшом репортаже, к сожалению, невозможно подробно рассказать о всех достопримечательностях этого заповедного уголка Москвы, да мы и не ставили перед собой такой цели. Выберите свободный день, приезжайте на Кропоткинскую, побродите по отходящим от нее переулкам, и вы сможете сами открыть для себя много нового в нашем, вроде бы так хорошо знакомом городе.